Дорогие друзья, коллеги, партнеры и подписчики, хочу поздравить вас с наступившим 2023 годом. Хочется пожелать, наверное, самого главного, чтобы в дом каждого пришел мир. Мир внутри семьи, мир вне семьи, мир во всем мире, поскольку все мы этого ждем в первую очередь. И от этого зависит то, каким будет наше с вами будущее. Хочу выразить благодарность от лица нашей юридической компании всем клиентам, кто обращался к нам в 2022 году, кто верил, кто создавал бизнесы, кто создает их по сей день и смотрит с оптимизмом в будущее. Потому что только так можно его строить и уверенно шагать вперед. Друзья, хочу пожелать всем нам здоровья, как физического, так и психологического. Ведь это важно при построении планов на 2023 год. Хочу пожелать, чтобы он у всех был успешным, чтобы те, у кого сильно сменилась ниша, либо поменялись логистические пути, либо что-то поменялось кардинально направление в бизнесе, чтобы у всех на дороге был успех, чтобы каждый находил свою нишу и в этой нише добивался, собственно, целей, которые ставит. Хочу, чтобы бизнес в России развивался, чтобы было как можно меньше проблем и как можно больше прибыли. Давайте 2023 год будет годом веры в светлое будущее. Я желаю всем нам, вам, чтобы это будущее наступало каждый день, в каждом доме, в каждой семье. С новым 2023 годом!